Дорожное полотно на базовом проезде долгое время вызывало у автомобилистов массу отрицательных эмоций. Ухабы и неровности могли нанести серьезный ущерб машине. Ремонта ждали долго и, наконец, дождались. Целый месяц круглосуточно велись работы по реконструкции участка площадью более 200 погонных метров. На то, чтобы здесь можно было проехать без последствий, потратили почти 23 миллиона рублей. Порядка 3500 квадратных метров строительных работ по устройству дорожного полотна с полной заменой дорожной одежды, более 1000 квадратных метров озеленения, полностью выполнено освещение тротуарных и проезжих частей данного объекта, перенос кабельных сетей 0,4 и 6 киловольт и устройство ливневой канализации. Больше всего строителям мешала осенняя нестабильная погода, но даже несмотря на это удалось сдать объект на неделю раньше. Сейчас администрация города решает с РЖД вопрос о переносе железнодорожного переезда. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика.